Надо за 3 часика все это дело разъебать. О. Да нахуй. В рейд нахуй 2 моба въебали. На нахуй. Валюш, не пульте до хуя. Нахуя вы спешите, ёпта нахуй. Андрей, это не мы спешим. Это... ДДшники, блядь, спешат. Я наверное, нахуй сюда даже не поставил их. Это сбоку спешите. Кто-то спулил. Да моба сгубили. Привычка, блядь, нахуй там побежал, только, блядь, только поставил, нахуй, нахуй, вы уже начали за боли крутить, блядь, и да дожиг ему заливать. Ну вот заливайте. Чуть-чуть поделаем. Вот в этом и отличается, нахуй, рейд второй, когда хуета происходит, и первый. Хуета там тоже происходит, но пореже, конечно. А чё у нас в Дисе людей? Также 10 человек сидит, да? 19 уже получше. Ебать голос у этого Ридара или кто это, блядь? Стрёмный такой, нахуй, бубнит, блядь. Ёбаный урод, блядь, дичь, пиздец. А я не слышу никого. Это заклинание ещё не готовы. Таким голосом стрёмным, блядь. Как будто терминатор, а, блядь. Персонаж, что это? Ну, блядь. Незаделанный какой-то. Ушки нахуй. Бля, это что? Это рейдролл нахуй. Это хуета, блядь. Эта способность еще не готова. Ебать. А чё за хуйня? Куда он идет нахуй, этот долбоёб? А он не таунтит, загром сорвали, загром не смотрят, на пула нет. А, убил его уже, кто сорвал, заебись. Ну-ка, сколько у него меткости? Защита, ближний бой. 239, понятно, блядь. Сколько ЛПшек миссануло, интересно. Ни одной пока не миссануло. Вот это вот нахуя сбоку трэш? Нахуя, зачем? Это бесы вот эти локовские агрят по-любому, вот видишь, стоят. Улучшение нахуй. Теря контроля убрать нахуй. Да какие нахуй 8 боссов, блядь. Вы уже заебались за этой хуйни, попривыкали, блядь. 4 босса, ребята, вот такие вот, 4 босса, идем и расходимся. Он ребро убиваем, вешаем ТД, как Хэмми, и все на. Че комбо такие, блядь, без конфликта? У него руник забит только в ЛПшку. Фул руны будут.
Не зыбку, блядь, на все, что хочешь. А я удивляюсь, типов, конечно, лишь 10 оп интереснее, чем, блядь, гильдрей 25-ка, на. Охуеть. Где они там? Снова они типа проходку все делают. Не могут убить, нахуй, пиздец. Там его не убить, 10 обычки, блядь. Может, люди играют месяц, нахуй. Что ты меня рассматриваешь? Сацуна, ты будешь за эти кафты? Ребята, у всех бой висит? Да, у всех. В начале там мобы, нахуй. Вон у них, нахуй, им похую, блядь. Пишешь в ПМ, им поебать. Они травят лича, блядь, смотри. 10 из 11 живые, нахуй, уже одного разъебали, нахуй. 83% первый этап, нахуй. Первый этап это пиздец, это первая фаза, нахуй. Чумой, нахуй, бегают. Бля, я вообще не вкуриваю, как люди, блядь, играют. Ну тебя зовут 25-ку, блядь, хули вы там сидите. Я не знаю, нахуй, откуда людей добирать, где звать людей. Им похую полностью поебать, нахуй. Им нужна гильдия, где 10 обычки проносят, нахуй. Не знаю, блядь, так не делается. Вот это Амазар и Лапочка. Это кто такие? Это совы или кто это? Да, на совы. О, заебись. Совы это охуенно. Он Эрдру есть. Лапочка. Лапочка Эрдру. Закинем сюда тогда пока. Ну, получается, ДД надо и все. Дики уже бегают фростом, нихуя себе, бля. Да это фростом, Холик, я уже давно бегаю. Что, на первого босса я, наверное, тоже в танк спекнуть, что, блин. Там же вон этот Розикс. Розикс, нахуй. Настроя уже. А, собственно. И чё, всегда на второй рейд так людей нет? Или это просто из-за того, что это... Да, объявлено? Вчера, я говорю, вчера было 36 человек онлайн. Угу. Типа, ну, пришли очень дохуя на целота. Но я же сразу сказал Сане, что это хуйня, типа, я поставил воскресенье, понял? Поставил ебаный зломан. И, блядь, ставить в это время же сразу ЦЛК, это был бред. Потом переставили. По итогу мы просидели вон, и я просидели в ТГ, а я в Золмане. Люди там плюс 10 человек посидели, ждали ЦЛК. 3 часа, блядь, и ЦЛК не собрали, ну, типа, это хуйня полнейшая. И в конечном итоге, блин, вчера просто так просидел 2,5 часа. Да, вот, я об этом и говорю, что это хуйня полнейшая, так нельзя делать. Я даже предлагал собрать, блядь, десятку обычку, чтобы проходка целковская хотя бы, блин, на десятку была. И вообще никто, все проигнорировали. Мужики, а мы ждем кого-то? Или может так пульно можем? Нет. Сами поставьте там, а эти МП5, короче. А как мне банку выпить, нахуй, если у меня своих банок нету? Да я сейчас, дам тебе банку. А я ее возьму, смогу взять? Целка, да. Ты принимать можешь, а давать не можешь. А. 25, да. Ну надо на ХП обычную алкашную, хотя бы. Какая-то параша тут. Голова кольчужная, блядь. Не модем убить лича. Ебать.
пизда, нахуй. Когда люди поймут, блядь? Как так можно относиться, сука? Я вчера ждал 25, ее так и не собирали. Ой, бля. Ой, ты скажи, как ты сделал вот это вот панельки скиллов такую маленькую? Не знаю. Ну, блядь, ну вот открываешь интерфейс. У меня и так стоит самая маленькая. Так. Где это? Управление. Ой, нет, нет, не здесь. Настройки графики. Потом вот тут вот есть такая хуйня, масштаб интерфейс, вот это вот параша, нахуй. Ставишь галочку и на самый минимум ставишь, окей, нажимаешь. Так у меня так и стоит, у меня все равно по всему экрану растянут. А, ну хуй знает, может у тебя экран другой, у меня просто экран широкий. А. У тебя экран, может, это не широкий, а это квадратный. Моему экрану 15 лет. Блять, заебали нахуй. Какой, сука, лич, я не понимаю, ну. Блять, вот. Короче, это, дай еще ассиста, не знаю, там, ну, шака, дай ассиста, шнуркам, дай ассиста, пускай тоже спамят. Кто нужен? ДДР, ДД. ДДР, ДД, один адрон, блин. Бога, нужно. Вы пока добираете, я пойду кофе налью. Давай. Привет, ребят. Здорово. Здорово. Это кто, Дексиона? Да, да, да. А кем ты заходишь, ДКшником? У меня на, ну, на локе КД, мог бы локом зайти. Я не слышу, ребята, скажите, пожалуйста, а как вы делите рекаунт, чтобы отдельно стоял Прохил, отдельно стоял ДПС? Как? Бать, ну и голос у этого ДКшника. Знаешь, мне вообще допоминал, парень пишет, где же мер ДПС? Я говорю, на профе. Он, ты что, серьезно? Все думают на сурке, хули. Ну да, бурстанул и забыл, ты понимаешь. А можно дальше по 5000 хуярить. Этот, а Рори Зикс у тебя есть ДД, если что? Не, у него ДД нет. У Декса есть ДД, он там что-то жмет. Да у него-то понятно. А у госпожи есть, да? Просто я не знаю насчет Рулизикс, как он будет танчить на фул. У меня есть ДД спектр, а чтобы станчить с паладином. Потом. Паладина нет ДД спектр. Сколько я с такими паладинами танчил, блядь. Приходим на синдру, я ему говорю, блядь, делай так и так. Вы сейчас просто не говорите, блядь, может все нормально будет. Короче, надо раздуплить два тела, фастом прям. Этот прист и вот этот шаман, ну я не знаю, ну... Им походу похую, блять. Да, сейчас они пойдут зимдиться, это что ли. Сейчас доберем рейд, запулим, и я их пикну. Чё вы там, блядь, пишете? Ты нигер, гони вот спать, чё это за хуйня, блядь? Кому пишут? Ужас, ужас. Ладно. Чё-то в мой дис этот Энс зашел и такой, ну, системный канал там, типа, заходит на сервер, там, поздоровайтесь, блядь. Я ему пишу, здорово, Энс, что-то не отвечает. Видать, каналов дохуя, читать не успевает. Кто за Энс? Энс, ну, ГМ, Энс за гильдии. Еще когда 10 обычку ЦЛК выпустили, я собирал там, локом где-то ходил со мной. Ну, я думаю, Фалика не нужен, да? Трубу спиталика достаточно. Да так-то похуй, можно еще одного. Ну 255. Да, да. Да можно. Да можно рогу взять или ханта кого-нибудь лучше. Да, можно. Да, просто, если похуй, то я возьму. ФДК, который Джен, Джен, да. Шу или
Да, да. Что, принял? Еще одно милика. И одну РДшник, и все. Это посмотреть это... хотя бы, сумануть его, что он там. Это с гильдии, да? Нет. Нет. Это уже забираем по лол. А, ну да так-то похую, ну типа один Христо, милик, ничего. Больше шп, шп, это может, но шп, но. Где не, не, кстати, женщина нормальный. Я видел его. А я бы это не знаю. РДД забираем, РДД, типа, либо рог, либо, короче, хан. РДД. Ну, приор, блядь. Рога, хан. Или... РДД, нахуй. Ой, блядь. Где вот лик смерти? У него я не вижу. Лик смерти, сука, это надо вытаскивать. Ребята, подскажите, если мы 25-ку обычку закрываем, в 10-ку гер я могу ходить уже потом или нет? Или мне надо обязательно 10-ку пройти? Нет, 10-ка не обязательно. Понятно. Это Саня на допре или нет? Да. Это Саня. Сука, и где мне теперь этот удар, чем мы искать, блядь? Такой зеленый, блядь. Сука. Ладно, похуй. Что это, кстати, у нас за хвал? Дыра, дырочка такая маленькая в рейде. Да, здесь такое. Как нахуй нужен? Давайте найду нормального. Ну, типа, ты на гильдии. Чё не в гильдии? А чё не в гильдии? Не приняли ещё. Понял. Ну так прими, блядь. Так преимущество, блядь. Ну дали нахуй. Чем заебывать меня? Кровавый удар, заебись. Так, удар смерти еще надо. А и А, блядь, ебать макрос, нахуй. Удар чумы, удар чумы, блядь, не понял нихуя. Где этот удар? А, вот он. А и А, макрос, прикинь. Тут рунический удар есть, старт-атак, а, удар смерти. Так, так тут ты на топоре или кто? Да, не знаю, блядь, я кто на топоре. Какой топор еще? Он где топор, блядь, ДК, он утопил. Я не ебу, блядь. Так какой у топ... этого, у Сани такие макросы. 245-й топор. Понял. 70 меткости, 50. Все, можно продолжать. Меткости мало, блядь. Ты мне там банку дашь на хп? Дайте банку на хп. Короче, ладно, давай, шахта, бери банки на СПД, я возьму банки ДД. Кто там еще? Не знаю, возьмите сопроты, кто может забрать. Да я тебе сейчас дам тебе банки СПД, что я возьму ДД. И стамину возьму, 3 штуки. Где отключение интерфейса группы рейда, блять, в рейде нахуй, группы 5 человек, блять, где эта хуйня, сука, я забыл. Текст боя, имена, нахуй. Блядь. А, вот он. Ки портретов, блядь. Нахуй. Ебать, я телепортироваться умею, нихуя. Ну, охуеть теперь. Вообще жестко. Голды что-то мало, у меня 217, нахуй. Хватит мне на починку? А у тебя там починка для льда идет.
ну-ка. Где фласки, берите, я спутаю фласки, что может сейчас доберем людей и куда пули. Нету, нету от гильды починкина. Танк фласки тоже берите, кому-то надо, блин. У фобуса. Че, 25-го тела нету, да? Ну, червов 250, но это хуйня, ты че? 8 кдп скуда. Пизда, нахуй, я вахуй из тех типов, нахуй. Че, один вар пишет, брать? Да, не, я не надо брать. Он с фантовой. Ебать, 0 на пулов, ебануться. Да похуй на эти на пулы, просто не бейте, блять, секунд 20 и все, нахуй. Какие проблемы, блядь? 5 баллов. Нормально, 5 сальв. Хорошо. Все, блядь, все с фласками, да, типа? А что, жарко, давай? Ебать, ты мне прокачанную даешь, нихуя себе. Она же дорогая, блядь, пиздец. А обычных нету алкашных? Мне алкашных хватит. Вот пей. Чё ну, сейчас, конечно, но пей. Так, и эта хуйня, плеер. Так, а ну поставьте шкаф, я заняю там, по делам. Ты, блядь, ты ханты, нахуй, все. Ты переапанный персонаж, должны сейчас играть, ну стоп, блядь. Где они все? А чё, я так один спавлю или чё? Они... Нет. Я спавлю. Настроюсь ханторогу на течение. А лучше, ну, ханта, конечно. Понятное дело. Чё-то вообще прям людей нету, никто не пишет. Да, просто там целкаши ещё забирали до этого, до вас увидел с вами. А там и спавлю. Пиздец. Как я не люблю долгие сборы, блядь. Я тоже. Там было вчера РТ ставить. Не люблю ни сборы, ни затупы. А шо, мы один анрол, плюс шо? Плюс ДС. А ДСы? Ну, бой, блядь, бое это есть тоже ДС. А. Ну, ШП 2P2, хуй знает. Ну, он даст больше ДПС, чем было нашего района. Да, бери похуево, бери либо ОРДД, либо, блядь. Ну, давай самонём посмотрим его и все. О, заебись. Это, я тебе, Андрей, я Релла скину, ты мне ассиста дай просто, чтобы там метки ставить, еще что-нибудь. А то все равно лут те самое. Да ща вам ШП 4Т4 отдел, я говне. Если у него есть 4Т4, то... Есть. Дайте, люди. Ну, вроде одет. Всё, он нормально, проходной, да. Видно сразу. Ну да, выше ДК точно будет. По-любому, по-любому. Ну, тут бисовый ДК стоять, типа, ну, выше точно даст. Чё, дали низ? Да. А, вот. А мы в каком канале вообще сидим? Для пугов? Курилка мы сидим. Он зайдет его. Перетаскивать надо или что? В гостевую зайдет, да? Как зайдет, так и зайдет. Мне
гостевой, у вас все каналы гильдейские открыты для всех. Так, а смотря какой вы ему скидывали дис, какой канал. ШП, ты в дисе? Ну, Сол написал уже. Да. В дисе ШПшник? Сейчас я ДК спрошу, зашел, нет. Все. А, ну все, чек на пол, блядь. Все тут. Короче, нет, давайте, во-первых, банки раздайте, пожалуйста. Ну, дайте тоже тем людям с ЛПГ, кто там идет. Ушаки, смотрите, короче, СПД банки берите, звездочка. У Фобуса, точнее, как ДДшные фласки. Так, каска есть, лапа есть, пристабаф он сам бафает, МП5 есть, значит все готово. Да тебе фланка еще одна просит. Ну смотрите, короче, ладно, всё. МП у нас вот танк, МП, вот я. Короче, на РЖ, типа это, два ранки после и Марсес. Плюс они, ты поняли? Ранки Марсес. Лужа ловите вы. Ранки. Так, шнурки тут, Андрей, что ты тут готов будешь пулять? Да, я спрашиваю, Ранти будет он ловить лужи или нет, ну типа два человека, Марсес будет, Ранти тут, алло. Ранти вон он стоит. В миле поставь меня лучше. Ладно, это самое, нет. Просто отходите от луж, еще раз проверка. Хорошо, нет, припилок, половишь ты лужу, хорошо? Не вопрос. Что? Амазар? Все, на счет три пуляю. Раз, два, три. Поехали. Все, держу, давай. Веру нажми. Чуть не нажимает никто. Ты класс один шаман. Ты вот там поставил все этот, как он называется? Да, значит. Там смотри, лут на меня или бы на себя буду перекидывать. Женёк, чё за хуйня? Блять, да я... Чё это было, блять? Бас, нажми, это... нажми раскол, бас. Шипер, да-да. Пилоку выбили. Yeah. Пилоку выбили, по пилоку быстро выбили. Я ваш шипер. Сука, пилока бейте, ну вы чё, воняйте. Bone Storm Cast. Даймосер. Блять. Ты пока назначишь. Полно помяли. Да. А, удалось вообще? Да, удалось. Ебать, еще подлагал.
Хули обычка понерфленная. За спину заходите. Вообще не вкурил. Женек, ты там таунт нажимал, да? Нет, не таунт. Сорвался? Гриб, наверное. Нет, гриб не нахуй ничего. А, понятно. А я смотрю, что-то, что в этой вомане нет у тебя. Ну да, блять, хуево, что гриб как таунт не работает. Вот заебись. Он вообще должен как таунт работать, если не ошибаюсь. Вы как танчите, в три танка леди или в два? Просто я не знаю, с тем паладином нормально? Упал. Просто на пыла нет, я не знаю, страшновато что-то. Страшновато. Так, ну топ 7, это я. Пошли, не стойте, идем на трэш. Че вы там встали? Вон квест на дурнова наберите. Да, ебать, тут квестов нахуй, я ебу. И какой я взял, теперь непонятно. А вот перерыбовка 25. Да два бери, похоже. Там один был. Пошли бить мобов. Он прислужник бежит, смотри, аккуратно. А второй танк есть? Или мы в одного танка так уехали? Три танка вообще должны сейчас быть. Ну так просто одна пачка, все. Это чтоб ты агро не сорвал. Придумали. Ага. Короче, Декс и Андрюха, вы заднюю мобу будете водить, если чё. Короче, бля, я не знаю, я сейчас уже мобу громче говорить, меня слышно, нет? Да. Короче, Декс и Андрей, ты выводите, блядь, задних мобов. Потом, короче, два этот, кто? Женек, отведешь Дарнована в сторону, и Марсес ты его поконтролишь. Таунт моба забери, пожалуйста. Блять, этот, Рулисикс, у меня единственная тебе просьба, блять, ты танк, отворачивай все говно, которое ты танчишь. Что бы ты ни танчил, отворачивай трейд его, пожалуйста, блять, запомни это навсегда. Что за пиздец? Топорщика, блять, ты еще в РДДшника поворачиваешь. Да, пальморнис. Заберитесь пепелока, моба. Да ты заебал, нахуй. Иди сюда, нахуй. Вставай, чё ты там лежишь? Смотрю, кто в третий танк. Не видно. Ты так заебаешь танк, хочешь потанчить? Ну. Любому хочет. Вчера, блядь, пол рейда мил, блядь, я не хочу танчить. Сейчас я предлагаю, короче, чтобы мы в три затанчили леди. И с ним, с остальными боссами. Боя упала. Да пускай танчит этот ровестик, один хуй его нету танк спеха, а вот это спеха. Не, это понятно, но я имею в виду, чтобы госпожа тоже с нами потанчил. Типа с роли с X с левой стороны со мной. Я с леди с лестницы буду купать моба. А госпожа там, с той стороны справа. Давай, короче, это... Пускай с лестницы, типа, водят, вот, и я тебе говорю, Декс регалайз, но... Вот, Декс, ну да, Декс регалайз, а вы с одной стороны вместе с Ройксиксом будете танчить.
Потому что он типа слабо дальше, сразу уже. Ну вот я тебе про это и говорю, а госпожа со второй стороны? Нет, ты предлагал, чтобы ты со ступенек держал нового, я думаю. Не-не, со ступенек агрипп, но там им надо париться. Короче, давайте вот так. Звезда, госпожа, танчишь. Здесь, в кружке, Рорис Икс танчишь. Там какой боешки, я хуй знает. Поставьте, пожалуйста, сундук, мы без рыбы хуярим, я забыл. А подскажи, Дурнована справа выходит? Так, Дурнована кто отведет? Есть нормальные люди? Этот. Ну, Фобус, ты отведешь. Или Женек. Ну, покаяние там дадите или что-нибудь дадите, чтобы это... Так, Рейлис Икс, иди сюда. Ты танчишь, иди сюда. Вот ты танчишь вот от с этого окна моба и вот с этого. Это два твоих моба. Вот этот крайний из лестницы, это мои мобы. Все. И в кружок отводишь вот сюда. И спиной к миликам поворачиваешь. Там вот это бое где-то. Жрите рыбу. Бое на каком мобе, попрыгайте на нем, блять. Я не его забрал, там, а, ну и все. Чек на пул. Дядя. Дружка, на тебе бое держит, блядь. Госпожа звезде танчит, три моба. Чё там, блядь? А кто слева, кто справа, кто что танчит? Ну типа, я имею в виду дамаж. Первая, третья бьете слева мобов. Вторая, четвертая справа бьете мобов. Если где-то быстрее убили, бы помогаете. На счет три пуляем. Раз, два, три. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место... Дякси первый, это ну, от меня это. Он Дурнован. Что, блядь? А, разъебаем. Трэш играем. Слева хуй кто играет, нахуй. Помогите милики, вот по приверженцу он щиток на себя повешен. Контрольте челика. Я помолчу. Ребят, я извиняюсь, ребят, мне по работе позвонили очень срочно. Ты убил. Нахуя ты срываешь агро, блять? Лапочка, дай БР по... Подожди, не давай, блять, дай взорвусь. Как тут сорваться? А, там танк не танчил, да? Понятно. Лапочка. Да. Лапочка, ты дал БР по легалайзу? Давай. Трэш, 8 секунд контроль, 10, приготовьтесь. Рыбав ДК быстро. Пошли трэш бить. Отверни его. Да не поворачивай в рейд, стенку поворачивай мобу, пожалуйста. Нахуя вы его фернули, блядь? Вот кто это фернул? Где мол? Пизда нахуй, вы чё ебанутые нахуй? Локи нахуй, я вы фиряете моба, блядь. Пиздец. Не фиряйте моба, блядь. Вы не на БГ, блядь. Короче, раньте нон-стоп со вторым ШП и по туннель тебе босса, блядь. Думаю, пиздец, контроль сейчас будет приготовиться. Твою сестру за контрольте, чтобы резерву не сдала. Ну, уже сдал. Дурнована забери. Я его отведу чуть-чуть. Трэш, ебашка. Давайте Геру переводим. Да, нету Гера. Геру. Нету Геры. Ранти за контроль, Ранти. Ну так, да, так переведем, вон, перевели уже. Таунт. Немножко отведу. Лужа, смотрите, там еле видно лужу, не лужа, не столько там стоит, лужа Морфес. Контроль 3 секунды, приготовились. Стопните АУЕ.
Шаку законтрольте. Ветра дайте ему. Дух Мелизона. Дух еще раз Мелизона. Лужа смотрите, не стоит. Саунд, 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 танки. Все забираю. Дух еще Мелизона. Контроль 5 секунд, приготовьтесь, лужа РДД зона. Стопнули АУЕ, просто бейте точечно пока. Дух Мелизона. Контроль и твоя сестра. Сейчас сорвут там, все забирают, 5 стак. Блять, не надо где-то передвинуть ДБМ, это ебаная нахуй. Упал. А пока лобы так падали, осколки. Ничего, все, я в ДД ухожу. Да, да. Дальше мы вдвоем. Забирай. Как передвинуть эту парашу, сука, прям бесит нахуй, ебаная хуйня. Сука, не могу просто. А что, давайте тебя зачистим? Или как? Да, 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 бейте. Что мешает тебе? Да говно ДБМ? Нахуй, ебаная вот эта полоса посередине, нахуй она посередине мне нужна. А, да. В основном заходи, там будет, получается, вот справа, типа, справа нет, вот ты, получается, зашел в основную. И справа редактирование. Ебаный рот. Вот я нашел уже все. Все. Старая память. Блять, что за радар, блять, пиздец. Я ебу. Так, это самое. Сделался ретрика, с массакрой еще и в него прыгать. Чтоб было. Ну ты своим ретриком массакрой, блядь. Ну слушай, я его сделал, просили сделал, я его сделал, три диски, блядь, сделал, ёпта. Не хотите, не буду, блядь, его дострогать, нахуй, забуду по нему. Он сейчас тебе не нужен, просто задать технику. О, это квест создали, не забыли? Ну-ка, да, сейчас. Сейчас багруха упадет. 750 туда. Таун, 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 почему лог танчит, блядь? Там госпожа там вроде танчит. А флот мужик, он танчит, блядь. Пацана, блядь, пошел. Я ему говорю, не танчу, но хочу, блядь, и все. Вот он танчит. Йоху, чего упало? Я сел. Это, туда? Я останусь на этом корабле с паладином. Да, да. Пусть тогда... Да, да. 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 Я доеду до этой хуйни. Да. Главное на пушке по три человека не тыкать, а то она забагается, вообще бить не будет. Дальше все куда, нахуй не помню. Сука. А, ты же запускаешь. Мне интересно, сколько ДПС на сурке будет.